Добрый день, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня приготовлю вкусную закуску из кабачков. Ее можно есть как самостоятельное блюдо или просто намазать на хлеб. Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео. Вначале нарезаем лук. Морковь натираем на терке. На сковороде с добавлением масла обжариваем слегка лук, после чего добавляем морковь. Накрываем крышкой и обжариваем до полуготовности. Кабачки нарезаем кубиком. Перекладываем в сковороду. Добавляем масло и тушим 10 минут. Затем к кабачку добавляем обжаренную морковь с луком. Перчим. Солить лучше, когда добавим брынзу. И тушим под крышкой до готовности. Еще примерно 10 минут. В конце приготовления добавляем 2 дольки чеснока, пропущенные через пресс. Затем надо все остудить. Зелень, у меня укроп и петрушка, нарезаем и добавляем к охлажденным кабачкам. Добавляем брынзу и все измельчаем блендером. При необходимости добавляем соль по вкусу. Закуска из кабачков готова. Можно сделать бутерброды, намазав ее на хлеб. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь с друзьями и оставляйте комментарии. С вами была Светлана и канал Вкусняшка. До новых встреч!